Так, ну чё, привет всем танкисты, у микрофона, как обычно, Андрюха, и я, как всегда, делал для вас крутой атмосферный ролик. Сегодня вы узнаете то, что в новогоднем шаре будет 33 танка, узнаете, когда выйдет обнова, а также то, что разработчики сделали челлендж, участвуя в котором вы можете получить бесплатные новогодние шары. И даже это еще не все, потому что я еще расскажу, какой бесплатный подарок нас ожидает. И еще куча новой инфы, так что присаживайтесь поудобнее, готовьте себе вкусняшки, не забывайте участвовать в моем розыгрыше на золото в телеграм-канале и добейте мне, пожалуйста, уже 10 тысяч подписчиков. Осталось, ну, совсем немного. Ну а теперь желаю вам наиприятнейшего просмотра, а мы начинаем. Итак, начну с того, что обновление выйдет уже завтра, в нем мы увидим кучу новых изменений и новогодний ангар. Также вчера на официальном стриме TanksBlitz комьюнити-менеджеры игры Наташа и Алина рассказали, что после обновы во внутреннем магазине добавят новую вкладку и заявили, что она очень понравится игрокам. Так что ожидаем, но я даже не знаю, что там может быть. Теперь переходим к бесплатным новогодним шарам. Как вы знаете, с 15 по 20 декабря нас ожидает режим Big Boss, и разработчики вот Blitz в своем дискорд-сервере запустили челлендж, суть которого просто побеждать в этом челлендже, будучи боссом, и чем больше побед в роли босса у тебя будет, тем выше место ты займешь. За первое место можно получить 3 снежных шара и 3 новых обвеса снеговик-ледовик. За второе, пятое место 2 шара и 2 обвеса, а за шестое, 20 место 1 снежный шар и обвес. За 21, 50 целых 5000 золота на халяву и 51, 100 место просто обвес. Результаты они подведут 23 декабря. Как по мне, это безумно крутой подгон от разрабов, и можно реально заработать кучу наград, потому что призовых мест целых 100 штук. Правда, жаль, что все это только на EU сервере, но я думаю, Леста тоже должна запустить что-то подобное. Теперь поговорим о самих шарах. Как я и сказал, в них будет целых 33 танка, а не одни коллекционки, как разработчики показали нам в своем видео. Так что я теперь уверен, вместо новых Кару и КПЗ всем будут падать старые ненужные танки. Ну ладно, зато хоть там шанс выпадения танка составляет 100%, то есть там не будет падать ничего, кроме танков, и на этом спасибо. Также к открытию новогодних коробок добавился режим накопления, то есть ты открываешь 5 золотых коробок и получаешь шестую бесплатно. Это очень круто, и возможно в этой же шестой тебе дропнется шар. Еще в продаже нас будут ждать танки Defender, и будет какой-то новогодний приказ, награда которого пока неизвестна, но возможно туда как раз таки и запихнут фон профиля и аватар, о которых я говорил в прошлых видео. Ну и напоследок расскажу вам то, что нам подарят бесплатный контейнер с фонами профиля и аватарками, как в прошлом году. На самом деле довольно таки приятный подарок, только надеюсь туда не запихнут аниме профиль, на который я потратил кучу денег. Ну что ж, вот такие новости у меня на сегодня. Как всегда постарался дать вам уникальную инфу и без воды. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.